Добрый день, с вами дачный обзор сад-огород. Сейчас мы будем садить дыню, медовый аромат. Вот она такая, видите. Дыня вкусная, среднеранний гибрид, превосходный вкус, сильный аромат. Я ее сажу каждый год. Лунки мы делаем одна от одной, не очень далеко, а между рядами где-то до 1,5 метра. В каждую лунку мы ложим по 2 семя. Поливаем лунку водой. Вот. Теперь по 2 семя ложим сюда. Больные, если будут, мы их уберем. Вот так. Тут я уже расклал семена. Вот, у меня вышло 9 лунок по 2 семя. В пачке это было 18 штук. Погода позволяет, земля прогрелась. Весна у нас была затяжная, холодная. Сейчас май месяц. То мы садим дыни, огурцы и все остальное. Теперь загортаем это землей. Вот так и прихлопываем. Стараемся, чтобы глубоко семена не были в земле. Дыни вкусные, ароматные. Правда, не очень крупные, но хорошие. В нашем районе они хорошо успевают созревать. Вот пока и все. Сверху я поливать не буду. Потом уже как зайдут, тогда я их полью. Сапать, обрабатывать их, подсапывать близко нельзя дыни. То, что у них корневая система под верхом. Надо сантиметров 15-20 от лунки просапывать. Но не рядом с дынями. Вот пока и все. Мы посадили дыни, медовый аромат, среднеранний гибрид. На этом пока все. С вами был дачный обзор сад-огород. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интересней. Пока.